точно закрепились многие шлягеры Максима Дунаевского, а большинство саундтреков из фильмов зажили собственной жизнью, исполняемой со сцены артистами нескольких поколений. Композитор сотрудничал как автор песен с такими поэтами, как Леонид Дербенев, Наум Олев, Юрий Ряшенцев, Илья Резник, Роберт Рождественский, Юрий Эндин, Николай Денисов. А сейчас мы послушаем несколько песен из фильма «Мэри Поппинс. До свидания» в исполнении наших юных певцов. На сцене солисты и участники ансамбля «Айва», которому руководит Наталья Куценко. Дунаевский, Наум Олев, «33 коровы». Раз встретить вам, радобрей,
Запомните, пожалуйста, вокальный ансамбль «Айва», Центр культуры и искусств, руководитель Наталья Куценко. Спасибо.